Поселок Красочный Ипатовского района. Магазины. И вот тут даже газета «Правда» есть. С газетой «Родиной». Видите, какой сделали рекламный щит. Вот газета свежая, «Правда». 6-7 августа 24 года. Пройдемся на Красочный, посмотрим поселок. Вот видите, жилые дома. Я так понял, что это родина Калягина, бывшего первого райкома партии. Вот въезд в поселок Красочный. Там в начале памятники советские стоят. В советское время Ипатовский район гремел. Развитие здесь шло полным ходом. Это, видимо, центральная площадь у них. Подойдем сейчас от этого, наверное, управления. Здесь, видите, красиво сделали. Скамейки поставили. Вот такая тут зона отдыха. Это магазин. Здрасте. Советская символика. Вот памятник Ленину в хорошем состоянии. Это вот, наверное, тут конторы. Вождь пролетариата сохраняет, видите, покрашено, все хорошо. А, это гастрах, видимо, здание. Вот. Гастрах, а это племенной завод. Управление, видимо, племзавода. Это племенной завод имени Героя социалистического труда Калягина. Вот так тут красивые, видите, розочки. Вот здесь вот церквушку строят. Там, видимо, дворец культуры. Сейчас подойдем, посмотрим. В этом году засушливое лето. И видите, вот немножко тут клумбочки такие. Ну, видите, конечно, в Ипатовском районе, вот я снимал ролик про большевик, вот так более-менее ухожено, но это все осталось советского периода. Там может быть школа, скорее всего, вот там вдали, туда далеко я не пойду, похоже на школу. Красивая. Или вот эта школа. А, это садик, наверное.
Это садик. Похоже на садик. Двухэтажное здание, да. Все советского периода построенное. Нынешняя власть только эксплуатирует. А сама новая, вот я, что в большевике я был. Да, эти тут детская площадка этого садика. Ничего нового такого не строят. По крайней мере, я не вижу. Вот это, я думаю, школа. Догадываюсь. Похоже. А это дворец культуры. Если только в лучшем случае они производят ремонт зданий, клубов. Вот. Вот он, дворец культуры. Все советское наследие. Вот такой поселок красочный. А чем занимаются в красочном? Я вот Лемзавод, я опубликую в комментариях. Вот там дальше мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Вот так вот. Ну и здесь, видимо, школа. Ну, вот такой центральный вид. Где тишина, людей не видно. Вот Россия, глубинка, на моем канале, Ставропольский край изнутри, поселок Красочный. До новых встреч, крокодил Ставрополя.